Это была эпоха великих приключений и опасностей. Отверженный своим родом скитался злодеянин в поисках нового дома. Но только ненависть встречал он на своем пути. Разгневанный таким несправедливым отношением к себе, он отправился, куда глаза глядят. Он блуждал, пока однажды не нашел то, что изменило его навсегда. Сферу господства. Оскверненный злом, одержимый местью, архизлодеянин заставил всех склониться перед собой. Те же, кто отказывался повиноваться, пали. Злодеяния заполонили страну. У кого хватило бы отваги и великодушия воспротивиться разнузданному террору архизлодеянина? Точно не у него. Но может быть, вы справитесь. Майнкрафт Данжон. Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Minecraft Dungeon. Так, ну что, сейчас мы с вами будем выбирать персонажа, за которого будем играть. Так, их здесь очень-очень много. Этого выбрал я чисто случайно, не хотел, но так получилось. Ну, я думаю, мы возьмем какого-нибудь, что-нибудь типа того, да? В принципе, неплохой малый. Это типа мага, что-то такое, да? А, это у нас загружаемый... контент. Загружаемый. У меня, то есть, нет такого, да, еще? Я так понимаю, или есть? Ну-ка, например, я возьму вот этого мага. Готово. Выбрать. Слушай, могу за него играть. Так, у нас сетевая игра есть. И, я так понимаю, есть локальная. Ну, давай тогда локалочку, наверное, возьмем с тобой. Поехали. Путешествие в побережье кальмаров. Вот так у нас называется первая миссия. Ну что ж, давайте будем разбираться, смотреть. Новая цель — пройти в деревню. Зов героев, окей. Так, победите зомби. Пси, такой легкий. Победите захватчиков. Так, убейте зомби. Ваш меч эффективен в ближнем бою. Используйте его, чтобы победить зомби. Я уже давно это сделал. Так, давай двигаться дальше. А вот еще один зомби. Все довольно легко и просто. Так, а вот тут уже два зомби. Три даже. Шикарно. Так, а может быть здесь что-нибудь спрятано от нас, а? Я пока ничего не вижу, друзья мои. Так, а эти деревяшки могу бомбить? Нет, не могу. Так, нам нужно с вами следовать вот за этим маркером. Стрелы. Это что у нас тут? А, это пилорама типа. Подбирайте стрелы. Для дальних атак нужны стрелы. Подберите пучок стрел, чтобы пополнить боезапас. Так, используйте лук. Ага, вот так вот, на эту кнопочку, да? И что же я должен сделать? Ах ты, я тебя не увидел поначалу-то. Стоит он мне там на вышечке. Тихо-тихо, какое горение, не надо ничего гореть. Так, двигаемся дальше с вами. Надеюсь, скоро мы с вами попадем в подземелье. Так, минус, эть. Опа, опа, шикарненько. Мне... ой, подожди, еще один. Эть, как же мы тебе. Нормуль. Шваркнули мы его. И спокойненько себе идем дальше. Так. Тихо, это зомби. Зомби обычные боятся просто удара меча. С полтычка разбираются. Плюс оставляют нам какие-то кристаллики. Я надеюсь, что за эти кристаллы мы с тобой что-нибудь будем покупать. Так, двигаемся далее.
Это кто такие? Это что еще за чудики с топорами тут? Защитить внутренние врата. От кого? Вот от таких вот, ух ты, припасы. О, спасибо за стрелы. Хлебушек тут еще дали. Это регенерация. Ну что, я вроде бы на месте. Нет? А, мне нужно дальше спускаться. Вон туда. А каким образом? Вот лесенка, что ли, да? Идем спокойненько себе по этой лесенке. Никого не трогаем. А почему я здесь один? Где все остальные? Неужели всех уничтожили? Что? Это кто еще? Он что делает? А ну-ка, пошли прочь отсюда. Так, подожди к секунду. Он где-то... где-то ныкается от меня, я чувствую. Блин, новый уровень. Ух, получено. Так, сколько там очков зачарований? Наложение чар. С каждым новым уровнем вы получаете балл наложения чар, который можно использовать для улучшения предметов. Откройте инвентарь, чтобы попробовать. Так, инвентарь на И. Так, зачаруйте снаряжение. Выберите из своего снаряжения предмет, на который хотите наложить чары. Ну, например, на меч. Выберите чары. Для каждого предмета можно выбирать случайные чары. Выберите сейчас. Где? Ага, острота, буйство и вампиризм. Победа над мобом, позволяет вам восстановить немного здоровья. Объем восстановления зависит от максимального здоровья моба. Так, 4% максимального здоровья мобов. Ну, давай улучшим. Вампиризм, я думаю, это будет самое то для нас, да? То есть мы будем драться и восполнять себе здоровье. Так, ну что, где у нас тут кто? А, бежит халабуда. Ух ты. Вы подобрали пир-стрела. Так, артефакт в инвентаре. Вы только что подобрали артефакт. Откройте инвентарь, чтобы добавить его в снаряжение. Так, экипируйте артефакт. А, артефакт это значит? Я думаю, что это просто, знаешь, петарда, типа того. Так, используйте артефакт. Добавленное снаряжение артефакта можно использовать в любое время. Кнопка 1, 2, 3. Все, я понял. Так. Ну, все, я понял. Можно закрывать окно это, оно мешает мне. О, роднулька стоит. Еще одна роднулька. Так, зомби, вали отсюда. Слушай, а ты закроешься или нет, а? Я и так уже понял, почему. Я не хочу сейчас использовать артефакт, он мне пригодится, блин. Закрой это окно. Так, погоди-ка, этот сундук. Ха. Блин, они меня достали. Ладно, на тебе артефакт. Стреляйте во врага. С помощью этого мощного артефакта вы можете одной стрелой поразить нескольких врагов. Спасибо, я уже понял. Хм, а вот здесь вот мне не дотянуться. А как, интересно, взять тогда этот сундук? Очень хитро. Ладно, пойдем с тобой наверх. Так, зомби. Так, эти психи на нас нападают здесь. С такими носами интересными еще. А я все один блуждаю, понимаешь ли? Блуждаю и блуждаю. И грустно мне почему-то стало вдруг, понимаешь? Нету, как говорится, ни напарника, никого. В одно жало бегаю здесь. Так, куда это мы пришли? Победа! Вы не успели спасти селян, но не отчаивайтесь. Они все еще живы и ждут, когда герой найдет их. И что? Так, путешествие в лагерь. У нас следующее задание. Так, уровень пройден побережье кальмаров. Так, разблокировано что-то. Довольный турист. Что там? Пройдите побережье кальмаров и разбейте лагерь. Все, я понял. Ух ты, это что это за сундук такой? Надо же, я получил удочку, друзья мои. Удочка - надежный спутник каждого искателя приключений. Пригодится не только на рыбалке. А на чем еще? Оу, у меня лагерь свой. Прикольно. Ребята, я, оказывается... Ух ты, как красиво смотрится отсюда, смотрите. Ай, красота. Жалко, нельзя камеру или можно покрутить? Нет, к сожалению, нельзя. Блин, аж где-то в Поднебесной, вон тучки здесь летают. Так, ну что же, у меня есть выбор миссии пока и все, да? Есть какая-то, видимо, тюрьма, куда я могу врагов сажать. А кто это у меня там наверху прячется, а? Смотри-ка, милая-милая овечка.
Так, когда вы будете готовы продолжить квест по борьбе с архизлодеянином, откройте карту, чтобы выбрать следующую миссию. Ну ладно, ладно, уговорили. Леса криперов, побережье кальмаров у нас уже пройдено. Хм. Ну что же, леса криперов, я думаю, нас ждут. Так, рекомендованная сила 1. Т-т-т-т. Начать миссию, естественно. Путешествие в леса криперов. По указу архизлодеянина, весь свободный народ объявлен врагами злодеянской империи. Где-то в этих лесах проходит караван с плененными селянами, везущий их на работу в далекие земли. Найдите караван и остановите злодеян. Иначе наших друзей ждет ужасная участь. Вот такие вот нам условия повесили. Освободите селянина. И обязательно освобожу, я надеюсь, он будет работать вместе со мной. Ох, сколько вас тут зомбики, красавчики вы мои, нате, нате, получите. Ух ты, погоди-ка, это какой-то, это дядь серьезный. Погоди, погоди. Ху-ху-ху. Ну-ка, валяться у ног моих. Где же этот маленький наш селянин? Почему я до сих пор еще не в подземелье? Игра называется Minecraft Dungeon. То есть подземелье. Ох ты, сколько вас тут. Нехило. Ох ты, взрывчатку какую-то там выбил, друзья, смотрите. Так, все, нет? По-моему, тут все. Берем с тобой взрывчатку. Оу, я могу ее скинуть, что ли? Ой! Подожди, а что это она у меня на голове-то? Почему я хожу со взрывчаткой на голове, друзья мои? Я не понимаю. Ну куда ты вот прешь? Так, получено достижение какое-то непонятное. Но оно получено. Зомби, ну вали отсюда. Ну. Так, деревянный меч. Победите 50 мобов. Уже победил. Слушай, ну что я так с динамитом-то буду ходить на голове? А, вот как надо было сделать. Ну и... Твою ж налево. Я встал рядышком со взрывчаткой. Мало здоровья, я уже понял. Кинул... динамит и стою там, радуюсь. Вот, поэтому меня и бумкнуло. Но у меня есть вампиризм, ты об этом тоже не забывай. Я себе восстановлю. Хотя оно у меня уже полное. Так, идите сюда, зомби. Очень хорошо, очень классно. Слушай, мне нравится эта игра. Ребят, пишите в комментариях, как она вам. А вот и селянин. Слушай, ну мне твой нос не нравится. Что тебе за шнобель такой, а? Парнишка, вот объясни мне, дай-ка монетки срочно подберу. Почему у тебя такой большой нос? Так, найдите караван. Так, селянин улетел. Напоминает мне, знаешь, кого он? Помнишь, у нас это... Губка Боб, там был такой кальмар с носом. Вот что-то типа такого. Как вот там, Сквирт или Сквирберт? Я уже не помню, как там величали. Сквайберт. Короче, подозрительный типок. Так, мы с тобой скушали. Сквидверт, вот как его, по-моему, звали. Так, ну... Скелетик готов. Пока все тихо. Скелетики у нас лучники. Поэтому нежелательно им попадаться на глаза. Это какой-то супер лучник был. Даже не супер лучник, а супер скелет. Эх, мазил, даже не попал по мне. Тьфу. Так, ну тут такое местечко. Найти караван. Караван у нас где-то вот здесь находится. Но я, ребят, специально прохожу всякие точки. Может быть... Ух ты. Это что за... Жижа там болотная ходила. Ну ты сам видел, да? Действительно какая-то жижа. Так, может быть какой-нибудь секретик найдем с вами. Потерялись, откройте карту. Так, а карта у нас на Enter, что ли? Нет, это не Enter. Что это? Вечно вот какие-то кнопки. Карта на M должна быть. Вот, вот тебе и карта. Так, я пока еще не потерялся. Но вот сюда вот я не ходил, судя по всему, да? Вот сюда вот. И вот сюда я не ходил, кстати. Ха! То есть... Мне не обязательно бежать. Или все-таки я здесь был? Нет, ну сюда-то я заходил же. Сюда я вроде бы заходил. И все, что нужно, я тут сделал, да? Ну да. То есть ты видишь, да, светленьким отмечается именно то, где я был. Так что я сюда просто не допроходил подальше. Поэтому затемненная территория была. А мы с тобой ищем караван. Хитрый караван. Куда-то его, ребята, спрятали от меня, от глаз моих сияющих, и я его не могу никак найти.
Стрелочка показывает, что мне нужно идти вот сюда вот. Ну, я, естественно, полагаюсь именно на эту стрелочку и заодно могу вот здесь еще немножечко походить. Потому что затемненная территория, а вдруг, а может быть, какой-нибудь бонус спрятан или еще что-нибудь. И удочку я получил. Кстати, до сих пор не понял, зачем она мне нужна. Ну, куда ты идешь, а, кикимор? Прям в лобешнике со стрелой так и уснул. Так, скелетики. Так, давай глянем карту. Отлично, все хорошо, все под контролем. Так, скелеты, не надо, я знаю, вы можете тут устроить для меня ловушку какую-нибудь. Нет, 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 даже не думай. И ты тоже не думай там. Он попадает, да, по мне? Но урона почему-то не наносит, иди отсюда. Так, хлебушек да я возьму. Опа, опачки. Красота, а вот эти вот деревяшки я могу уничтожить? Нет, не получается. Лучнички. Ой, даже не дошли до меня. Что ж вы такие слабенькие. Так, нам, видимо, нужно идти куда? Наверх, а я вот хочу проверить вот здесь внизу территорию. Я имею на это полное право. Блин, дерево мешает мне там. Так, а что? Блин, стрелы кончились. А где мне взять пучок стрел? Слушай, смотри как. Я куда-то далеко ухожу уже от точки назначения. Есть. Так, а уровень-то когда нам дадут? Никто не знает. Где-нибудь есть опыт? Вот это, по-моему, да, внизу уровень 2. Как только эта шкала у нас заполняется, мы с вами получаем левел. Даже хотя бы ради уровня стоит вот сюда вот пройтись и поуничтожать. Так, слышал? Слышал? Волки где-то воют. Чувак хотел от меня убежать. Не, ух ты, сюда упасть нельзя? Нет. Мне вообще нравится разведывать мир. Особенно в таких вот играх. Почему у меня пукан горит, я не могу понять, а? Я что, куда-то в огонь влез? Наверное. Ну что ты тут стреляешь? Так, здесь тупик наверху, да? А что это такое у нас? Сила, сила 5. А, ну все, друзья мои, я... Вот, я же говорю, какой-то секретик там был. Ну ладно, давай тогда выходить отсюда. Идем чисто по стрелочке. Куда она нам показывает? У нас все-таки задание найти караван. Так, а здесь я был? Ага, здесь у нас выход как раз на основную нашу землю. Слушай, ну по графике довольно прикольно сделано. И вообще мне как-то вот нравится, да? Так, я не скажу, что это пиксели, это мегапиксели. Но, тем не менее, интересно довольно-таки играть. И управление прикольное. И русифицированное, все как надо, ребят. Так, тихо-тихо-тихо. Ай, у меня же... Ой! Ёп, просто ты, а я не знал, что эти гаденыши взрываются. Так, ну-ка дай-ка его... Его лучше, конечно, издалека бомбить. Согласись. Так, тут еще и паучки у нас всякие. Иди, куда? Захотел сбежать от Рея. Нет. Задницу быстренько намылит. Так, что у нас дальше? Дальше у нас тут очень большая территория, где мы можем с тобой спокойно бегать. Это что у нас? Это овечка. Может быть, я зря так сделал. Прибил овечку. Так, а это коровушка идет. Уйди отсюда. Корова, корова, стой, 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 радость моя. Так, эти там плюются чем-то, видно, паутинкой. Ой, взрывчатка, друзья мои. Я опять подобрал взрывчатку. Самое прикольное, что она на голове у меня. Так, дай-ка гляну карту. Карта. Паук, ты достал там. А я могу по воде тоже ходить? Могу. Ух ты, там кто такой был? Кто это там под водой лежал? Я так и не понял. Я его быстренько мечом шварк и все, и он отдуплился. Так, паук, ты достал. Вот сразу сматывается. Как подошел поближе? Ребят, скоро получим третий уровень. Дай-ка я туда брошу. Красиво, согласись. Ух ты, доспехи охотника я получил какие-то. Так, вы подобрали. Я вижу, что я подобрал. Так, а это у нас по идее где? В инвентаре, да? Я ведь могу. Так, забрать. Так, забрать. А куда? Как ходить? Во. Ребят, первые мои доспехи у меня появились. Ух ты, тут зомби, блин. Стою тут, лес и точу. Так, покажите карту мне. Ага, паучок. Так, уровень. Нет? Ух ты, смотри, что они делают. Они меня, ребят, в паутину закутали. Я ничего не мог сделать. Буквально там 2 секунды я был обездвижен. Слушай, может быть, потом я попробую сыграть на геймпаде. Вот и... О, а вот, друзья мои, и новый уровень. Получено очко зачарования. Ну что?
предлагаю это дело обмусолить. Давай глянем. Так, уровень. Так, что? Мы возьмем с тобой... Мы можем взять меч, можем взять доспехи, да? А можем взять лук. Тихо! Ёпрсты, я пока тут, видите ли, думал, что нам сделать. Они взяли из-под тяжка, со спины начали меня бомбить. Вот уж шлепки. Давай, наверное, мы с собой прокачаем лук. Ну на что? Так, залп, под завязку и беглый огонь. И все это обычное, да? Хм. Ну, давай посмотрим, что такое залп. Дает шанс одновременно выпустить несколько стрел, а точнее 5. Шанс срабатывания 20%. Ну, слушай, ну неплохо, а вот это вот что? Заряженные выстрелы наносят больше урона и сильнее отбрасывают врага. Повышенный урон плюс 20%. Тоже не кисло, ну-ка, подожди, еще одну. Вот это глянем, беглый огонь повышает скорость вашей атаки. Всего лишь на 10%. Я думаю, что, наверное, вот если здесь есть боссы, то лучше вот это, наверное, сделать. Да? У нас 20% шанс выпустить 2 стрелы. Что же с этой удочкой-то делать? Ага. Вот так она будет. И что же я смогу сделать? Что? Что ты там делаешь? Интересно. Забрасывает ее как бы, да? И притягивает. Может быть, он так и врагов может бомбить. Погоди-ка, что это у нас тут такое? Видишь? Монетки там, оказывается, были. Так, жалко, у меня нет стрел. Мне кажется, или как-то все на изи. Может быть, это в начале так. Потом будешь локотки кусать, да? У нас во всех играх практически так. Я фу-фу, изи-изи, а потом на тебе, изи. Сидишь и голову чешешь, как пройти тебе уровень. Так, ну здесь ничего нету, погнали тогда сюда. Я так понимаю, я избранный, да? Который сделал... Так, что-то такое впечатление, что здесь будет босяра. Может быть, конечно, мне кажется так. Могу в этот домик зайти? Могу, прикинь. Я чей-то домик, ребята, сейчас, по-моему, обворую. Да простит меня хозяин этого домика. Я не со зла. Я просто путник, который заблудился, проголодался. Вот, и решил вдруг перекусить маленько. Так, погоди-ка, а ты видел, что сейчас сделал? Сейчас сработал как раз вот этот вот. Ух, как классно. Но такими темпами я получу 4-й уровень скоро. Так, давай-ка заценим. Ты видел, у нас как раз сработало с тобой выпустить 5 стрел. Я думал, что она за одна за другой будет лететь. Но нет, тут просто 5 стрел в разные стороны летят. Так, пауки, спокуха, блин. Ай-яй-яй. Смотри, что делает. Давай срочно атаковать их, потому что они могут меня здесь обездвижить. И если их будет целая куча, они, наверное, меня тут могут побить. Ко всему прочему. Так, здесь тупик. Двигаемся сюда. Так, кувшин. Скелет. Паучок. Так, а это кто у нас там? Что это у нас там за свинка? Ух ты! Смотри-ка, что мы с тобой получили. Так, вы подобрали лук. Лук. А у нас же был лук. Или это какой-то супер-пупер новый? Ну-ка, давай глянем. Абсолютно такой же, ребята. 10-25 урона, так что ничего в нем суперского, пуперского я не вижу. Кстати, я не посмотрел, а могу ли я броню зачаровывать? Освободите селян. Кто-то где-то хрюкает. Это кто, враг? Так, это враги у нас там. И причем вся деревня врагами заселена. Давай-ка потихоньку. Нормуль. Отвали. Это какой-то маг, что ли, был? Скорее всего, это какой-то маг. Я могу здесь что-нибудь еще? Так, какой-то фургончик. Вижу. Кувшинчик. Так, в кувшинчике мы с тобой получаем гемы. Кстати, вот селянин у нас стоит. Освободили. Ага, 1 из 5. Все, я понял. Они даже показываются по карте, где они находятся. Отлично, мне это нравится. Ну, куда ты разогнался, олух? Точно это маг? Овечку, когда убиваешь, тебе дают кормежку. Ты дурик. Ну-ка. Так, сколько еще? Еще 2 селянина у нас тут осталось. Бамс. Ты понял, как он срабатывает, эти стрелы? Залп, да-да, только что залп сработал. Ой. Не надо. Вокруг меня тут кружится. Они с топориками были, понимаешь?
Так, вот такое ощущение, что вот эти вот ягодки можно как-то взять, но, видишь, не получается. Оу, припасики. Так, я нашел стрелы и хлебушек. И овечка. Какой-то магический барьер. А, видимо, пока я всех селян здесь не освобожу, меня отсюда не выпустят. Ладно, делаем задание. И... Так, ну куда ты разогнался-то, родной мой? А ты куда бежишь? И последний селянин, вот он. Найдите выход. Да, я уже, в принципе, знаю, где выход. Надеюсь, я здесь все получил, что мог. И спокойненько себе иду на выход. Что это сейчас было? Что это был за звук? Ворота так открылись, да? Смотри, 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 наверху маги, видишь? Точно, это были маги. Потому что он читал заклинание. Хотел уже в меня, видимо, фаерболом запустить, но я его опередил. Так, давай их бомбить дальше. Ну, где ты там? Ну? Готов. Партизаниш. Ну, отлично. Так, у нас еще большая-большая карта здесь. Да ну, паучок. Ай! Захомутал меня, гаденыш. Так, ну он тоже может иногда как бы попасть, но не запутать. Видимо, шанс срабатывания не такой большой. Так, что-то зелье силы мы с тобой получили. Хожу, брожу. На-ка, паучара, получил свое. Слушай, это, ребята, РПГ чистой воды, как вот старые добрые Диабло, да? Точно. Я думаю, что же она мне напоминает? Как старая Эй! Паук, отвали! Тихо! Фига там бомбежка! Эй, не надо так делать. Дай-ка я кое-что сделаю. Хе-хе! Именно вот это я хотел сделать. На! Иди отсюда. Со всеми разобрался. Динамитик мне выдали. Так, смотрим, здесь мы еще тоже можем с тобой немножечко прошуршать, проверить территорию, так сказать. Где-то волки скулят. Помнишь, в заставке показывали очень много големов, всякой прочей нечисти. Я думаю, что это все будет впереди. Ага. Да-да-да-да-да, ага. Болотники идут. Вот же они тугодумы. Не видя, что я по ним бомблю. Просто на рожон лезу, да и все. Найдите выход, у меня побег, друзья мои. Эть, не надо там ничего делать. Паучара, успокойся. Все, никак не успокоится. Так, ну что? Иди отсюда. Ой-ой-ой, разогнались-то. Так, мага уничтожили. Сколько у меня стрел там? О, стрел хватает, чтобы тут отстреливаться. Только в путь. Так, сразитесь... А, спаситесь из леса криперов. Ну, я постараюсь спастись из этого леса. Просто взял из ниоткуда, появился. Так, что это вы... Что это за телепортация, а? Кто вас призывает? Неужели то самый главный? Да, ну, быть такого не может. Но музыка накаляется. Так, а вот и вход. Победа! Благодаря вам... Эти селяне вырвались из когтей злодеян. Так, мы с вами разблокировали. Из лесу вышел, называется. Так, уровень пройден. Леса криперов. Побеждено мобов 93%. Там где-то, видимо, немножко я пропустил. Так, мы заработали с тобой сундук. И в нем нам выпадает бледная поганка. Отважные воины едят бледные поганки перед битвой, впадая в безумие. Вот так вот, ребят, вы знали, что воины едят бледные поганки? Лично я этого не знал. Теперь буду знать. Так, вы нашли сундук с изумрудами, 50 штук. Ничего себе, вот это спасибо. Вот. Оу, друзья мои, у меня кузнец появился, смотрите-ка. Кузенька стоит. Случайный предмет снаряжения. Торговать 80 гемов просит. А у меня 154. Ну давай. А, удержит она. Так, я получил кирку. Кирка всегда входила в классическое снаряжение искателей приключений и героев. Да, это я точно знаю, ребят. В Майнкрафте твое дело кирка, как говорится. И ни пуха тебе, ни пера. Слушай, а я ведь могу еще, наверное, купить, да? Или... А, нет, не хватит. Тут 74 монетки. А надо 80. Ну что, выбор миссии? Ох, ё-моё! Тут миссии-то уже сколько? Мокрое болото, каньон кактусов, шахты красного камня, тыквенные пастбища.
Ага. На подходе островные королевства. То есть это еще по ходу дела будет, да? Ну что, я думаю, нам надо с тобой сходить в шахты Красного Камня. Мы кирку не зря, наверное, получили. Или в мокрое болото шигануть. Нет, пойдем-ка, наверное, в шахты Красного Камня. Так, значение по умолчанию 2. Легко. А, мы с вами, понял я. Мы потихоньку-потихоньку набираем уровень сложности. Вот почему все так происходит. Ну чё, уровень сложности, скажем так, легкий, поэтому давай проверим. Путешествие в шахты Красного Камня. С гор верхнего мира доносится неутихающий грохот. Народ перешептывается о том, что глубоко под древними шахтами злодеяне строят нечто гнусное. Нечто из сажи, металла и пламени. Только такой герой, как вы, отважится зайти в изобилие ручья пещерами подземелья и узнать правду. Так, найдите селян. Опять селяне. Да что ж ты будешь делать-то? Так и буду заниматься, что искать в селян этих. Ну да, их, наверное, видимо, похитили всех, да? Поэтому все вот так вот и происходит. Опа, опа. Так, эти уже будут, друзья мои, посложнее. Тихо, тихо, паучок. Не надо. Прибил, да, я его? Так, лукарь. Ой. Они уже здесь покрепче стали, друзья. Не так легко разбираются, как с самого начала. Так, что-то нашел. Сундук какой-то у нас тут. Давай заценим. Так, пучок стрел и гемы. Ой, тихо! Что это за такое? Что это за супер... Так, эту клетку нужно уничтожить как можно быстрее. Ты видишь, что она там творит? Новый уровень я получил. Обожаю. А это еще кто такой? Ух ты, арбалет, друзья мои, лежит. Смотрите-ка. Быстрый ар... Ах ты, как эта мелочь там меня в спину клевала только что. Подожди-ка. Так, мне нужно, во-первых, найти безопасное место, чтобы никто сзади не подошел, из-под тишка не бомбанул меня. А теперь давай-ка мы с тобой посмотрим. Во-первых, я могу взять этот арбалет. У него сила атаки, видишь, 4, здесь 1, да? Урон в дальнем бою. Высокая скорострельность. Новая технология перезарядки позволяет стрелять из этого арбалета быстрее, чем раньше. Окей. Слушай, ну этот лук у нас, видишь, зачарованный, а этот надо зачаровывать заново. И бледную поганку надо все-таки слопать. Слушай, а кирка? То есть я могу ее вместо меча взять? Так, урон здесь 16, а у кирки 22. Ха, кирка-то получается покруче. Так, ну что, давай, наверное, с тобой зачаруем арбалет. Замедленный выстрел, это что значит? Каждых несколько выстрелов попадается один заряд, замедляющий действие, взрывающийся через одну секунду. После попадания и наносящий 100% урона ближайшим мобам. Каждый пятый выстрел. Окей, а здесь у нас дает шанс в 20% создать круговую зону, исцеляющую всех находящихся в ней союзников. То есть еще будут и союзники у меня. Повышает скорость вашей атаки. Наверное, вот это вот я все-таки возьму. Улучшить. Блин, ну тут смотри, тут можно и луки улучшать, и кирку. Блин. То есть уровни получаем, и надо как-то все это с умом делать. Ладно, поехали. Надо очки с умом тратить, друзья мои. Не абы как и абы что, а? Чтобы все было хорошо. Где? Ой, вагонетки. Я надеюсь, они не могли бы меня подбить. Хотя, скорее всего, могли бы. Тыч, тыч. Ну да, действительно. Ух ты, ничего себе, он киркой машет. Ху-ху. Изи. Так, отойди, отойди оттуда. И из арбалета он в разы быстрее стреляет, чем из лука. Так, я тут справился, нет? Непонятно. Пойдем вот так вот. Тихо, эти вагонетки меня смущают. Вообще, опа, что это я взял? Быстроту. Смотри, как я бегаю. Как сломя голову. Так, я подобрал там плюшку? Вроде бы да, съел ее. Ой, опять этот слизень. Гигантский. Давай его разберем. Яблочко, он мне дал сундук. Пучок стрел, гемы, все отлично. Так. Вагонеточка. Вагонетка, ребят, скорее всего, она либо сбивает, либо еще что-нибудь делает.
лагерь какой-то. Ну, палатка, по крайней мере. Так, и вот припасики у нас тут. Хлебушек и пучок стрел. Эй-эй-эй, смотри. Тихо, отвали. Так, а это друг. Это дружище наш, я его, наверное, спасу сейчас. Да, я думаю, что это... Ну, кузнец у нас есть, нам не хватает кого. Нам не хватает много кого, да, медика нету. Кого еще там? Крафтера какого-нибудь. Так, тихо. Отвалите все. Дружище, я тебя сейчас спасу. Сейчас, подожди. Заставляю тебя, бедолагу, работать. Да что ж ты, блин, кто там бомбит? Кто, я тебя спрашиваю? Вот жучары. Так, у меня со здоровьем-то... Слушай, хлипенько у меня со здоровьем, если честно. Иди, дружище. Два из трех я спас. Отлично, великолепно. Друг, гуляй. Найдите селян. Нашел я селян. Ой, подожди. Я ж чуть было не пожалнулся. Думал, босс какой-то бежит. А это обычный чудик. Просто он большой, огромный стал. Так, поели оленинки. У нас регенерация с тобой идет. Так, ну что вы тут спрятались-то? Думаете, я до вас не достану? Достану. Слушай, как-то так легко играется, если честно. Друзья мои, серьезно говорю. Просто легко. Ну. Так, подожди. Там слизень, я вижу. Блин, арбалет прикольная штука. Но, конечно, стрелы очень быстро тратятся. Так, оставшиеся позади. Но. Гемы. Отлично, подобрали. Иди сюда. Ух ты, доспехи волка, редкость, 3. А ну-ка, можно заценить? Хм. Так, аура, увеличение ущерба от оружия плюс 20%. И что там? Зелье лечения влияют на ближайших охотников. А, союзников. И здоровье плюс 10. Слушай, ну я думаю, что есть смысл взять. О, смотри, как я прикольно смотрюсь. Так, а мощь у меня от этого растет? Не видно. Ребят, ну в любом случае... Что вот у нас это давало? Так, стрел на пучок плюс 10. Урон в дальнем бою 30%. Блин! А тут это оружие. Это в ближнем бою. Но зато, видишь, на союзников действует хил. Каждый раз, когда вам наносит урон, вы возвращаете часть этого урона атакующему. Вот это прикольно, ребят, да? Ха. Это прикольно. Ладно, погнали. Так, глянем, все отлично. Так, подожди, свинка. Ой! Она куда-то улетела, а я подобрал опять доспехи волка. Но они, видишь, они слабее, потому что стрелочка идет вниз. Иди отсюда, взрывник! Успел же я вроде, да, убежать? Так, паучок, отвали. Не до тебя сейчас. Какую-то, ребята, магму они или что-то... Кто такой? Что тут происходит, эй? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хиляемся. Что это за... Подожди, это вот этот пакостник все делает. Слушай, мне он не нравится. Дай-ка я грибок, наверное, съем. Где он там? Я его не вижу. Блин, сейчас еще немножко, и мне капсдарики будут. А, это призыватель. Ты понял? Это типа босса, что ли? Уходим. Так, куда я бегу-то? Блин, я по кругу хожу. Вот он, призыватель этот. Я подхиливаюсь. Твою ж налево, а. Да сдохни ты, дуплись. И, ребят, я его завалил. Фу. Слава богу. Что вам-то здесь надо? Ой. Фу, отлично. Ребят, справились. Блин, призыватель, а. Чуть было. Да какого лешего-то? Это он столько напризывал, что ли, всех? Или это остатки роскоши тут летает? Так, дай-ка мне яблочко съесть. Регенерация, да, идет? Отлично. Так, пошел отсюда, уже хотел взорваться, да?
Не тут-то было все. На. Так. Опять слизнюк. Опять, друзья мои, слизень. Ага. Блин, как-то меня тут быстро разбирают. Лучше туда, мне кажется, не суваться. Ой, стрелы кончились. Это плохо. Без стрел-то как-то я... взял пучок, да, стрел? Все-таки нашел. Пучок стрел. Итого у меня сколько стрел-то вообще? 66. Пока еще живем, друзья мои. Пока живем и наслаждаемся жизнью. Так, паучка эти. Ага, опять? Блин, опять призыватель, друзья. Представляешь, опять этот призыватель. Блин, если бы я еще попадал бы по нему. Видишь, какую он штуку выдвигает, делает точнее. Пока он до меня не достает. А я его сейчас довольно неплохо бомблю. Вот и все, и дострелялся. Кончились у меня, друзья мои. Петардочку сейчас засандалью ему. Хе-хе. Что? Придется на... Ух ты, припасики. Может быть, здесь стрелы хоть найдем? Нашел. Тихо. Блин, не надо своих фей тут выпускать. Да дуплистый. Готов. Я еще получил новый уровень. Шикарненько. Хлебушек отдай только. Фух. Так, смотри-ка. Опять у нас костюм... Ой! Я не увидел просто, что подобрал динамит. Опять доспехи волка. Но эти опять почему-то показывают, что они лучше. Чем они лучше, ребят? А, защита 4. Окей. Все. Погнали дальше. Так, что у нас тут? Вообще, что за этот? Оставшиеся позади. Где эти селяне, а, у нас тут? Ну и что вы тут прибежали мне тут, хламоны? Так, стрелок, ну-ка, вали. Ой. На свой страх и риск, я просто как камикадзе бегу. Вау, тыч. Вау, форсирую тут среди этих. Сейчас добегаюсь, чувствую. Допрыгаюсь. Блин, да что так много-то вас, эй. Нахлобучил. Спасаем паренька. Так, где у нас? Иди отсюда. Так, спас ведь, да? Фух. Так, еще у нас тут, оказывается, много их. Дай-ка подхил сделаем. Давай, 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 давай. Это кто там? Кто там? Заклинатель? Был заклинатель, это я точно видел. Он читал, друзья мои, книгу. Книгу проклинаний каких-нибудь. Слушай, а вот этот сундук я почему не взял, а? Скажи-ка мне на милость, как я вот этот сундук мог пропустить? Там ведь 100 пудов какие-нибудь вкусняшки, а может быть даже стрелы. А стрелы мне нужны? Нужны, конечно же. Я ведь не мог его так пропустить. Или мог? Он находится где-то здесь, за поворотиком. Погоди-ка, а это что у нас такое здесь? Меч в камне, меч в столе. Ну вот, видишь? Видишь, теневая форма. Ого! Смотри, как я чешу. Просто со скоростью это бегу. Вью, форсирую, ё-моё. Жалко, она сейчас закончится. Так, подожди, а что мне дальше-то? Ага, еще одного спасти. Где-то он вот тут находится. Вот он, бедняга. Копает им красный камень. Ну что, мы с тобой должны, наверное, выйти отсюда, я так понимаю. Потому что покиньте шахту, у нас задание с тобой. Я с превеликим удовольствием покину эту шахту. Правильно хоть идем? Идем правильно. Но что-то мне подсказывает, что будет не все так легко и просто. Так, зомби. Так, подожди-ка, взрывчатку, я что-то ее не увидел. Туда ее забросим. Так, погоди, надо хильнуться. Врагов что-то многовато. Врагов многовато. Так, подожди, подожди, подожди. Я эти клетки вспомнил. Фига он их наплодил. Вот куда нужна была взрывчатка, друзья мои. А я ее просто так выкинул. Опа. Я так и думал, что тележка что-нибудь доделает.
противного. И она сделала, она толкает. Все, погнали, быстренько нам нужно эти клетки как-то на расстоянии уничтожить. Вон они стоят, блин, я не попадаю. Блин, я не могу попасть. Давай, 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 давай. Да отвалите вы. Просто напролом. Нате, подавитесь. Ох, сейчас шикарно будет. Слушай, а мне понравилось. Так, а здесь-то тоже. Так, не забываем про здоровье. Надо следить за этим параметром, потому что иначе нас распишут. У нас не... Ой! Вот об этом я тебе и говорил. Ой-ой-ой-ой. Так, если я грибок этот съем, он мне здоровье-то уж точно не пополняет. Этот грибок. Слушай, у нас что-нибудь есть вообще вкусненького? Нету ничего. У нас на мече, да, с тобой стоит вампиризм, поэтому здесь я хоть забомблюсь, ничего мне не прибавится. А идти нам еще далеко. Я просто хотел пробить, успеть, может быть. Слушай, ну в принципе это реально. Все, я уничтожил эту клетку, призывающую врагов. Так, что у меня там? Не надо. Сердечко уже постукивало, да? Готово было отключиться, но я успел вовремя хильнуть. Так, что у нас там дальше? Иди отсюда, зомбик. И взрывник тоже пошел. Так, куда мы с тобой идем? Узенькое ущелье. Так, мне опять выпала кирка. Она хуже, чем которая у меня в руках. Судя по тому, какая тут вещь стрелочка показывает вниз. Откуда они прут? Причем так много? Что тут им? Понял. Тут опять это... А, чудо-клетка. Так, чудо-клетка. Надо ее быстро. Есть, я уничтожил ее. Новый уровень еще при этом получил. Фух. Новый уровень. Так, что будем с тобой увеличивать? Так, подожди, когда-ка я гемы эти подберу. Этого укачаю. Так, тогда и следующего укачаем. Так, динамитик возьмем. И у нас дальше выход. Так, пока все тихо и спокойно, нам надо подумать, что мы можем с тобой улучшить. Ну, кирку можем улучшить однозначно. Тут, видишь, одна единица атаки. А тут, извини меня, 7 единиц атаки. Скорость и область, соответственно, поражение больше. Так, повышает шанс выпадения расходных материалов из мобов. Шанс повышен на 100%. Так, дает шанс в 30% вызвать отравленное облако, поражающее всех врагов в зоне на 3 секунды. Че себе. За некоторыми вашими атаками моментально следует еще одна атака. Слушай, я думаю, что, наверное, вот это вот надо сделать. Какие-то материалы будут выпадать. Не знаю, правда, что за материалы. Посмотрим с тобой. Что, босс? Серьезно, что ли? Это же тот самый гаденыш. Оу-оу. Блин, а у меня стрел нет, ты прикинь? А что такое? Почему все горит? Эй! Голем, отвали от меня. Как мне быть-то? Что? Это... А, это он и вызывает. Нифига себе, хотел его бомбануть. А мне без... Так, подожди-ка, если я так сделаю? Нет, это как-то плохо. Где он, друзья мои, где? Где голем? Голем красного, блин, камня. На тебе. Ага. Так, мне здесь надо уходить. Как я ему, да, сейчас по спине на звезда... Тихо. Это, друзья мои, какие-то бомбочки. Ух! Твою же налево! Начало 3 секунды. Так, так, что это такое было? Я не понял. Блин. То есть к нему лучше не подходить, да? Я так понимаю, в ближнем бою. Иначе он быстро-быстро тебя ушатает. Надо его бомбить в тот момент, когда он вот вызывает вот это вот. Все, я понял. Я, кажется, врубился в тактику, когда он начинает вызывать вот эти вот бомбочки. Ну или взрывчатку, как ее там назвать. Минки. Только в этот момент его лучше всего и атаковать. Ну все, все, все. Что-то мой герой увлекся с атаками. Ух! Если еще такой удар получу, это будет чревато.
Так, уходим. Так, бегаем, друзья мои, бегаем по краешку прям, я не знаю. Так, все, мин твои кончили, давай, вызывай. Отлично. Вот сейчас было хорошо, мы его побомбили. Я тебе серьезно говорю, очень хорошо побомбили. И я вот, вот опять убегаю. Как, ох ты, как ты меня достал-то. Так, уходим. Уходим, друзья мои, уходим. Главное не дать себя в ловушку поймать. Эй, сгорю я или нет? Че он ускоряется-то так, эй. Блин, да какого, блин, фигуса. Осталась жизнь одна. Как он... А, так у него вот, все, я понял, ребята. Я уже думал, надо все с самого начала. Нет, не надо все с самого начала. Готов. Хлопчик, хух. Ну, в первый раз я проиграл, потому что я не понял, как его бомбить. Во второй раз я проиграл, потому что я глупостью сделал, начал бомбить его. Если бы у меня были бы хотя бы стрелы, я бы, думаю, я бы его победил бы. Без стрел было немножко сложновато бегать там вокруг него. Но главное, что победа. Значит, слухи были правдой. Под горой злодеяния строят жуткую кузницу. Так, шахты красного огня, уровень пройден. Окей, ребят, мы получаем с вами еще один сундук. Давай посмотрим, что нам из него выпадет. Жнец всасывает души мертвых, прежде чем отпустить их в колдовскую гроздь силы. Офигеть. Так, кто-нибудь новенький есть у меня? Нету, кузнец, все. Огород, как там? Все четко, все тихо. Так, а это что у нас вообще такое? Ничего, да, я туда войти не могу. Обворовал ближайший дом недавно и все. Так, выбор миссии. Ох, миссия-то тут еще заблокирована, заблокирована. Да, еще есть, ребята. Так, новые 4 миссии. Посмотреть следующие. Так, Кузя, ну-ка покажи, что ты можешь мне. 84, давай. Давай, я буду торговать с тобой. Доспехи исследователя пещер. Доспехи исследования пещер популярны среди смельчаков, спускающих в мрачные глубины верхнего мира. Аура увеличения ущерба от оружия плюс 20% и представляется вам питомец летучая мышь. Хо, прикинь. Друзья мои, я могу еще приобрести. Доспехи охотника. Так, не самый красивый в мире, но остановит клинок врага. Так, стрел на пучок. А вот эти у нас были с тобой доспехи. Правда, если сравнивать их, здесь 9 уровень, а здесь только лишь 3. То есть есть с чем сравнить. Ух ты. Воу, 13. Ты прикинь, насколько они крутые. Да я и выгляжу офигенно. Со свечкой здесь рядышком на голове. Слушай, а вот эту книгу я куда могу? А, все, я понял. Так, длительность оглушения. Это, оказывается, у нас удочка могла оглушать. Но я хочу, наверное, вот так вот сделать. Кстати, я совсем забыл использовать. Ну что, дорогие друзья, я надеюсь, вам игра понравилась. Пишите мне в комментариях, а на этой ноте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!